Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы смотрим супер-пупер новиночку, прям вообще из кочегарни, из самой, из жрадельни, из оградельни. Короче говоря, это GTA 3 The Definitive Edition. Да, игрушка наконец-то вышла, но у меня только сейчас дошли руки в нее сыграть. Вчера только скачал ее. Так, вот такие вот настройки здесь, настройки графики тут не так уж и мало. Настройки звука, радио... А давайте включим, почему бы нет. Только радио я отключу. Радио выключить. Оно мне не нужно. Так, ну и в принципе больше ничего не надо. Ну что ж. Я и по Vice City San Andreas тоже буду снимать обязательно. Ну ладно, хватит болтать. Погнали. Introduction. Прости, малыш, я амбициозная девушка, а ты? Ты просто ничтожество. Преступника подстрелила подружка-сообщница, присяжные единогласно вынесли ему обвинительный приговор. Вот скотина какая, а? Как у меня бомбит от нее просто, вот вообще. Мы сами пристрелим ее, как только выберемся отсюда. Охренеть, какой дождь красивый. Чрезвычайное происшествие произнесло сегодня жители Liberty City. Полиция и спасательные службы приостановили конвой дерзкого нападения на банк. На данный момент никакой информации о заключенных, которые перевозили под конвоем. Ни одна группировка не взяла за себя ответственность. Колонна выехала из здания главного полицейского управления. Это стандартная процедура транспортировки заключенных в тюрьму. Нападение произошло в Калахане. Свидетелей почти не было. Самому мосту был нанесен большой ущерб. На мосту. Насколько профессионально была спланирована эта акция, стражи правопорядка оценили, когда попытку установить личности пропавших преступников затруднила хакерская атака на базу данных полиции. Поскольку строительство тоннеля Портер идет с отставанием, Портер оказался отрезан от остального города. Как она быстро говорит, а? Я не успеваю. А ну, открывайте! Давайте, открывайте! Я ведь вас спокойно пристрелить всех могу. И вы пожалеете, если не сделаете это.
Ладно, ладно. Сваливайте отсюда. Ох, ё-моё. Ну, теперь мы туда не сможем проехать. Обалдеть просто. Фух, ладно. Give me liberty. Есть одно местечко на углу квартала красных фонарей. С такими руками я не удержу руль. Так что давай садись ты. Короче, ночью... Так, радио выгрубить. Я же выключал его в настройках. Появилось вот такое колесико, чтобы было удобнее выключать радио или переключать. Короче, свечение ночью стало офигенно. Да вообще графика классная. 60 кадров в секунду. Вообще красота все. У меня не максимальные настройки стоят. Но очень, ну, все равно выглядит круто. Офигеть. От фар отражение шикардос просто. Игра вышла, когда GTA 3 как раз таки оригинально исполнилось 20 лет. Все, приехали. Ну-ка, давай зайдем внутрь, да, шмотки заменим все. Так, можно сохранить игру туда, зайдя, промотав 6 часов. На гараж можно поместить одно транспортное средство. Окей, я все это помню. Я знаю одного парня, его зовут Луиджи. У него много связей. Я когда-то работал с ним, может, у него для тебя найдется дельце. Поехали, просмотрим. Луиджи. Ну, это не тот Луиджи, наверное, о котором мы все подумали. Конечно же. Это клуб Луиджи. Пойдем к черному ходу здесь. Луиджи's Girls. Подожди здесь, и я поговорю с Луиджи. У Лысого есть дела наверху. Может быть, ты мне пригодишься? Нужно подвезти одну из моих девиц. Ну-ка, возьми тачку и забери Мести из клиники. Привези сюда. Но запомни, никому нельзя их лапать. Так что не снимай руки с руля. Если не облажаешься, может быть, для тебя еще работенка найдется. А теперь вали нафиг отсюда. Ну, достать машину это не проблема. Вот она стоит. Отражения классные. Многие вот... Я смотрю на ютубе обзоры. Целых 3 ролика. Сразу. С надписью «Не покупайте это либо говно, либо еще что-то». Ремастер, которому нужен еще один ремастер. Вот так говорят. Мне лично нравится. Мне нравится графон. Персонажи, конечно, мультяшные, но все равно их детализировать смогли. Более-менее. Физику, вот, к сожалению, не улучшили. Давай, садись быстрее. Привет, меня зовут Мисти. Короче, ремастер вообще оправдал не все мои ожидания. Я надеялся, что тут изменят физику, но нифига. Блин. Также я очень хотел, чтобы сюда добавили возможность перепроходить пройденные задания. И, к сожалению, этого тоже не сделали. Почему это не сделали, непонятно. Бред какой-то. В пятерке же была. Red Dead Redemption тоже была. Во второй. О, достижение даже есть. Ну, правда, камера загораживает. Ну, ничего страшного. Есть в игре автосохранение. Так, следующее задание у нас прямо здесь начинается.
Don't spank my bitch up. Луиджи велел вот этот передать тебе. Вот. На улицах появился новый наркотик спанк. Какой-то умный втирает эту дрянь моим девчонкам на гавани Портленда. Дай-ка ему биты по морде. Потом угони его тачку и перекраси ее. Я хочу, чтобы он заплатил за все, что сделал. Стадия. Главный герой наш, на главного героя зовут Клод, он вообще не разговаривает. Он все время молчит на протяжении всей игры. Ни одной фразы не произносит. Очень уникальный персонаж. Как протагонист GTA Online. Если в GTA Online по понятным делам нет озвучки, хотя можно было бы что-то на самом деле придумать, я считаю, то здесь непонятно совершенно. Vice City же сделали потом говорящего главного героя. Блин, офигеть, вот это отражение на машинах мне прям вообще нравится. Сейчас я тебе по башке тресну, мудак. Ты паршивый, блин. Ну, ремастер, как по мне, классный. Как по мне, классный. Графон просто шикардос. Просто шикардос. Мне даже в оригиналы заходить теперь не хочется, если честно. Тут есть и некоторые другие улучшения, которые упрощают прохождение игры. Например, возможность переиграть миссию сразу после ее провала. То есть, нажимаешь кнопку и все, сразу миссия запускается. В оригинале нужно было ехать на обратно куда, где выдается эта миссия. Что не очень удобно. Надеемся, вам понравится новый цвет. Да, конечно, понравится. Не врезаться бы ни в кого. Эту машину нельзя повредить. Вот, кстати, еще одно изменение очень, очень хорошее. Оно на мини-карте. Прокладываются, теперь появился GPS. Прокладываются маршруты. У нас есть свой навигатор, который появился впервые в четверке. GTA 3 в оригинале вообще не было карты нормальной, которая... Вот, вот видите, мы нажимаем на Escape, тут меню, и тут можно увидеть всю карту. Колесико, вот такое вот переключение оружия, как в GTA 5. Это очень классно. Так, едем снова туда. Машины, конечно, не то, что прям детализированные, но они стали гораздо, блин, качественнее. Так, давайте проложим маршрут. Накладываем метку и едем. Как это удобно. Это просто шикарно. Надеюсь, что эту часть, этот ремастер мы пройдем с вами до конца. Оригинал я что-то забросил еще в начале прошлого года. Еще пару заданий пройдем. Drive Missy to me. О, приятель, давай потолкуем. Миг, мы позже разберемся с тобой. Короче, как дела? Джо и Леоне, сын одного Дона, хочет поразвлечься с этой девчонкой Мисти. Ну-ка, сгоняй за ней. И учти, что тот район контролирует дьявола. Отвези ее в гараж, вернули. Джо не из тех, кто любит ждать. Так что, вперед. Смотри на дорогу, а не на Мисти. Проблема достать машину. Вот она стоит.
На некоторых заданиях GPS, кстати, не прокладывается, если пытаться установить чё-то. Однако, даже с... А, он автоматом не прокладывается иногда. Офигеть, вот это камни на... Вот это каменная стенка, вот это я понимаю. Я в шикарду. Я в афиге, такая лепота. Я, кстати, удивлен, что во время записи ничего не тормозит. Во время записи игры. Я уже думал, с бандикамом будет тормозить, но нет. Даже FPS не упал. И это очень хорошо, мы будем снимать спокойно прохождение. Ну, хотя мой колледж думает по-другому. Я из-за него времени почти нету снимать видео. Вот физику машин не изменили. Немного это мешать может. Блин, вот, например, сейчас. Джоуи! Может быть, с твоим поршнем поиграть снова? Да иди, иди. Я скоро. И привет, меня зовут Джоуи. Луиджи сказал, что ты надежный человек. Заходи позже. Работенка для тебя точно найдется. Давайте сразу на следующее задание. Пойдем. Как оно так называется? Майкс Лапласт Ланч. Эй, мне скучно, мы когда с сексом займемся? Подожди, у меня надо с делами разобраться. Приятель, у меня для тебя есть работенка. Братья Форелли так и не вернули мне старый должок. Надо прибодать им урок. Губастый Форелли сейчас жрет мистера в Сент-Марке. Угони его машину и отвези ее в гараж Лысого в Харвуде. Ты ведь знаешь Лысого, да? Он установит бомбу, верни машину туда, где взял. Ну а дальше наслаждайся зрелищем. Но давай живее, толстяк не будет долго жрать. Да, вот этот, вот эта касцена была, кстати, в трейлере ремастера. Блин, как я, как мне нравится вот этот фургон, который впереди стоит. Пошел вон! Навигатор старается прокладывать маршруты по дороге, но мы просто так срежем дорогу. О, уже светофор кто-то шип, и это был не я. На удивление. Так, у нас есть 5 минут на все. Я думаю, мы это сделаем. Так, вот гараж Лысого. Сейчас мы сделаем красоту в машине. Вот это будет классно сейчас. Ну, классно еще не будет. Классно будет, когда мы приедем туда. О, тут фургончик этот всегда найти можно. Хорошо, это мы запомним. Я обязательно съезжу сюда потом. Блин, вот как удобно с навигатором играть. Кстати, видел, ВКонтакте лазил, там новость, короче, из одной группы вылезет. Зачем
Зачем мозг, если есть навигатор? Таксист, вы проехал по тротуару и сказал, во всем виноват навигатор. Прикольно было. О, еще один такой фургон, офигеть. Сваливаем нафиг отсюда. Давай, толстопузый, садись. Сейчас будет зрелище. Зрелище, потому что взрывы в этом ремастере офигенные. И... вы что, офигели что ли? А ну идите в жопу от меня! О, нет. Плохо дело, плохо дело. Ладно, на сегодня закончим. У меня все равно пушек... У меня все равно пушек-то не было, так что ничего страшного. На сегодня мы закончим. С вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримовский канал, вступайте в группу ВКонтакте, и всем, давайте вот это досмотрим. Да-да, вот эти звездочки можно собирать, чтобы одну звезду снять. Оружие у нас пропадает, после смерти пропадает оно тоже, к сожалению. Ладно, всем пока!